Всем привет! Вы на канале «Наша дача». С вами Татьяна, Валентин. Привет. Сегодня мы будем делать двухсекционный компостник. Наш компостник первый уже забит. Складывать уже некуда. И для этого нам нужно сделать новые. Сделаем два двухметровых компостника. Сейчас мы готовим место. Здесь у нас были череночники. Но череночники здесь плохо работают, и мы их убрали. Обсыпаны они были щебенкой, подняли агроволокно, укрывной материал. Щебенка здесь так и будет. Здесь будет дорожка длинная и две секции. Уже подготовили, покрасили листы ЦСП. Взяли два листа ЦСП. Какая здесь толщина у нас? Сантиметр. Сантиметр. И размер листа у нас был 2. Купили мы два листа 1,25 м на 3,20. Напилили нужный нам размер. У нас два листа будут 3,20 плюс 80 сантиметров. Нам придется делать вставку. И 65 у нас здесь, да? 65 у нас бока. 62,5. Три бока. Для обвязки мы подготовили доску. Здесь доска 100 на 25. Два куска по 4 метра и два куска 65. Пока отрезали 65, а потом по месту уже подпилим. Я уже покрасила их сенежем в два слоя. Торцы не красила, тоже будем пилить. И торцы уже на месте я подкрашу по ходу. А это у нас длинные куски ЦСП. Также покрасили краской. Здесь мы использовали краску по металлу в один слой. Краска хорошо держится на таких покрытиях. У нас такой навозник уже второй сезон стоит и не облез даже. Вот такая краска у нас используется. Престиж, грунт эмаль 3 в одном. Оно хорошо лежит как на металле, так на дереве и на вот таких вот, на таких материалах, как ЦСП. На шифере у нас хорошо держится. В два слоя вообще прекрасно. Но здесь большая площадь, мы покрыли в один слой. Но и в один у нас тоже хорошо держится.
Ну вот, наши компостники готовы. Обсыпали мы уже щебенкой дорожки. И сзади также у нас щебенка везде, для того, чтобы не росли сорняки. Вроде здесь ничего сложного нет, но провозились мы целый день вчера с этими компостниками. Все нужно по уровню выставить, чтобы было все ровненько. Плюс еще у нас здесь бетон попался на пути от столба заборного и пень. С этим пнем мы уже 2 года боремся. Огромный пень был. Здесь такие корни, что-то где-то мы обрубили, а сам пень у нас остался в компосте. Но он уже мертвый, мы его засыпали на зиму солью, быстрее сгниет. Прошлась я везде, подкрасила, где тут какие-то сколы, отбили что-то где-то. Краской все подкрасила. Сенежем подкрасил деревянные спилы. Получилось 2 секции. Перегородку мы прикрепили уголками. Они у нас разной высоты, остатки алюминиевого уголка. Теперь все довольно прочно. 4 сторон. Заполнять будем сначала вот эту секцию, а затем вот эту вторую. Здесь пока я устрою склад. Всегда нужно спрятать что-то садовое, чтобы это не валялось у всех на виду. Ящики в моем случае. Сейчас рассаду я все уже посажу уже, и ящики мне пока будут не нужны до сбора урожая. Ну и бутылки для черенкования здесь у меня побудут. Ну а на сегодня все. Всем, кому компостники понравились, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч!